Западный скоростной диаметр не для жителей Василеостровского района. Строительство центрального участка ЗСД заканчивается, а один из двух съездов даже не начинали строить. Стройка западного скоростного диаметра идет над землей и под ней. Дорога по западной кромке острова проходит в тоннеле под рекой Смоленкой, а затем переходит в углубленную автотрассу. Объект в эксплуатацию ведут уже в начале августа, но до 2018-го попасть со скоростного диаметра на Васильевский остров не получится. Первый съезд, расположенный на набережной Макарова, еще строят. Второй в районе Шкиперского протока строить даже не начинали. Если город сочтет нужным развивать этот проект, а нам кажется, с точки зрения обеспечения транспортной эргономики города и Васильевского острова, это крайне было бы радостно встречено жителями, то мы можем это обеспечить, потому что все для того, чтобы это сделать, мы сделали задел. Сколько будут платить за проезд по ЗСД, вопрос открытый до сих пор. Подрядчик пока заявил лишь о доступности тарифа и о системе скидок. За то, что вы не будете нагружать центральную часть города, Тучков, Биржевой и Дворцовой, вы получаете какие-то преференции. Кстати, генеральный подрядчик строит не только диаметр. Он за свой счет установит в более чем 4000 квартир, выходящих на дорогу, шумоизоляционные стеклопакеты.